Привет, привет, друзья, с вами Максим, Sonic Adventure 2, продолжаю играть. Компанию за Соника, конечно же, выяснилась неприятная вещь. Смысл проходить и собирать все жетоны, к сожалению, в изначальной версии на Sega Dreamcast отсутствует. В последующем, так называемом Director's Cut, вышедшем на более свежие платформы и ПК, был добавлен персонаж Sonic Metal. Он и открывается при сборе всех 130 жетонов. Здесь же в Sega Dreamcast версии, насколько я понимаю, не имеет это никакого смысла. Посмотрел я в интернетах, не написано, что какая-либо награда открывается. Нет, всего лишь тешишь ты свое самолюбие. Это очень-очень-очень, мать его, неприятно. И мне это дело не понравилось. Какого черта в богоизбранной приставочке нет, значит, дополнительного персонажа, включенного в следующей версии. Но как... или так, или иначе, на самом деле, неважно, я иду далее, прохожу сюжет за Соника. Здесь изумруд уже взяли, отправляюсь обратно в город. Там, я так понимаю, темный вечер, за Тейлза я там погонял уже в вечерней локации изначальной. Там, где ему не дали проходить миссию, которая была первая у Соника. Ну ладно, буду продолжать играть миссии, доступные за Соника, искать больше изумрудов и что-нибудь еще, думаю, смогу. О, я нашел один жетон, но, так понимаю, пока что до него добраться не могу. На самом деле, вот эти жетоны на локациях, их можно впоследствии потом быстренько пособирать, когда у тебя будут все апгрейды. Кстати, об апгрейдах. Тут у нас дополнительно... Тут локация, по-моему, чем дальше сюжет идет, тем она больше открывается. Здесь ранее стоял полицейский отряд с парнями, которые контролируют ситуацию, следят за районом. Смотрят, чтобы негры не бегали с сумочками различных старушек. Теперь их нет, и я могу идти и исследовать. Смотреть, куда чего, где есть... Может быть, какие-то места интересные, или каких-то людей, например, можно присануть, или упасть и провалиться в канализацию и испить водички моченой. Как же это отвратительно. Так, мои атаки, к сожалению, здесь не работают, соответственно, я взаперти в ловушке. Это значит, нужно двигаться только исключительно... О-о-о! Апгрейд у меня здесь новый. Видимо, в этих ботиночках буду быстрее бегать. Light Speed Shoes. Нажимай Action кнопку и запасай энергию. Так, подожди-ка. Light Speed Dash можно использовать. Light Speed Dash позволяет, как и во второй части, по кольцам скакать, чуваки. Если вы внезапно не видели мое прохождение Sonic Adventure 2, то плейлист будет в описании. О-о-о, как сквозь текстурки-то нормально. Смотри-ка, сквозь текстурки мы почти что пролезли, прям как в игре про Марио. Там можно было точно так же сквозь текстурки пролезть на суперсекретные мазафака уровни. Но здесь, я думаю, это не более чем баг. Так, а что эта кнопка нам дает? Кольца. Я по ним могу наверх забраться. Да? Я же могу по ним наверх забраться. А, и хорошо, и как я это должен сделать? Хам. Не то чтобы у меня это сильно получается. Знаете, не то чтобы у меня это сильно получилось. Ну-ка давай еще раз. Там же нужно просто на одну кнопочку. Блин. Я-то думал, на одну кнопочку нужно нажать. Смотри, смотри, энергия запасается. Ну дальше-то что? А что такое Action Button, блин? О, черт, я куда-то провалился. Опять, видели, я буквально провалился сквозь текстурки. Только что, это какое-то нехорошее помещение, я провалился вновь сквозь текстурки. Ну, я жму Action Button, на самом деле ничего не происходит. Вот верите или нет, но абсолютно ничего не происходит. То есть я не могу отсюда выбраться. Никак это не получается. Ой, беда какая. Вот это беда. И еще сквозь текстурки здесь проваливаюсь. И вверх, и вниз можно отправиться. Прямо-таки боговыпуск какой-то. Боговыпуск в... Это не из-за того, что у меня пиратка.
Кроме выпущенных ревизиях так называемых версий 1.0.2 в Японии, которые вышли, остальные все наполнены багами, как, например, и эта версия. Тут набор действий непонятен мне. Значит, сначала беги по направлению к кольцам, потом нажимай и удерживай кнопку. Нет, наверное, сначала нажимай и удерживай кнопку, а потом, смотри, use the light dash to run. Но далее обучение. И как это сделать? Я посмотрел сейчас гайды, и знаете что, не у меня одного такая проблема. Проблема непропаченной версии. Короче, в чем суть? Нет, это нужно сначала, чтобы у меня получилось, после его. То есть он там в видосе очень-очень долго пробовал. И вот у меня не получается. В чем суть? Здесь Light Dash не работает. Фактически здесь гребаный Light Dash не работает. Вообще. Так как он должен работать. Сука. Короче, нужно сделать следующее. Релизнуть кнопку B, отпустить ее, ты вот заряжаешься, жмешь кнопку B, потом в прыжке, а если точно, в середине прыжка нужно, господи, отпустить кнопку. Сделать это, конечно же, непросто. Конечно же, офигительно непросто. Это не работает. Если взять и открыть обычное прохождение обычного человека, то там как бы все в порядке. Он подходит, он типа моментально дерьмо проходит. Но, к сожалению, Sonic Adventure это... Видимо, это максимально неотлизанная срань господня. Я не предполагал, что столкнусь с подобным здесь. Скорее всего, у вас, ребятушки, не было никаких проблем в данной вот... Именно в данной локации. Но, как оказалось, не я первый... Не я последний. Господи, он никак не хочет это делать. Первое, это баг. Точно такой же, как и проваливание сквозь текстуры. То есть это неисправленная, это ошибка. Так даже не должно быть, как и проваливание в текстурке на этом уровне. У него тоже сработало, хоть оно и не должно было работать. Это в принципе дерьмо какое-то, поносная собака. Собственно говоря, я больше не хочу Dreamcast, по крайней мере, интернет. Ну, я не думаю, что... В иных версиях было исправлено. Чуваки написали, что йоу, в ремейке нормально, играйте в ремейк. И это под определенные сомнения, можно сказать, мои принципы ставит. Сука такая. Да пошел еще этот комментатор вонючий меня напрягает. Сучара, блин. Сейчас еще раз прыгну. И ничего не случилось. Ужасно. На самом деле это ужасная картина. Да пошел ты в Light Dash свой, ублюдочный. Сука. Не хочет он работать. Не хочет Sonic делать так, как мне нужно. Он хочет ли... Да, поимел я, конечно, здесь эмоций отрицательных изрядно. Ну что, следует, видимо, эти эмоции еще дополнить. Апгрейд был в самом начале, который необходимо взять исключительно с помощью Light Dash. Ну и как я сейчас это сделаю? Не, ну все, уже после этого, ну, Dreamcast версии, ну, прям дизреспектоз, прямо дизреспектоз в горло. Как так-то? В обновлении есть Metal Sonic, но оно не на Dreamcast. Как можно? Смотри-ка сюда, короче. И что? А, нет, стоп, я забыл основной принцип. Здесь-то у нас Light Dash отсосный. Не такой, как... Такой классный. Погоди-ка. Нет, все-таки возможно, что проблема исключительно, ну, типа, в той зоне. А далее, типа, нормас, и я взял или не взял.
Это какое-то кольцо силы у нас, мою прелесть Соник поимел. Что же этот браслет гетеросексуальный дает? Значит, уменьшает время зарядки Lightspeed Dash. Теперь мы быстрее становимся парнем, который делает быстрый забег по кольцам. Ну что ж, два апгрейда взял. Я потратил очень много времени. Вот прям, ну, естественно, я всё дерьмо вставлять не буду. Но верьте, знайте, что было непросто. Надо пройти хотя бы один уровень. Это такие мучения, такие страшные. Прямо такие кровавые мучения. А следующий уровень, очевидно, доступен там, где открылась новая зона. То есть туда, куда я изначально пошел. Пошел взять свой дурацкий апгрейд. Ну и что с того? Погнали искать очередной изумруд. Прямо в казино. В игровые автоматы пойдем. Соник, все свои бабки. Ну или кольца. Чем ты там будешь расплачиваться. Потратим. Ага. Отлично. И куда я зашел и зачем? Эй! Don't use backdoor. А если я хочу зануть? Backdoor, типа задний проход. Типа в пукан мне что ли не воткнись своим носом? Или что за пошлости такие, говорит этот немолодой человек? Так, не вижу я дурацкого казино. Где оно? Тут должно быть где-то. Это все в видосике было, пасмы, который прошел. Это оно? Нет, это какая-то обрыгальня, где я подобрал жетончик. Подобрал. Это бургершоп был. Это был Тимати бургершоп. Идеально. Идеальное место развлечения. Получаем немыслимое. Тут очевидно, что тут больше вообще ничего не будет, да? Вот это здание, видимо, какой-то хотел нам недоступен. С людьми-то можно говорить? Можно, но не нужно. Там пацан, которому не нужно сзади приставать. А куда же мне тогда идти? Вот, кажется... Нет, обратно пошел в начальную арену. Ну что за дел... казино, я вспомнил. В самом начале мне это говорило. Говорила немая статуя о том, что казино только по ночам работает. Оу, теперь я это знаю. Это было в самой первой комнате. Мне нужно туда двигаться, да? Или нет? Я уже ничего не понимаю, как мне быть дальше. Что-то игра меня напрягает. Что-то очень напрягает. Hotel Manager. Мне... Вот. Вот. Он говорит, куда мне идти. Он говорит, куда мне идти. Прямо в казино нахрен идти. Вот куда. Прямо слева от меня. Я туда и двинулся, чтобы отправиться в мир безумных развлечений. Может, тут в коридор, ну что, в переулок зайти? Встретить какого-нибудь наркомана? Не, кажется, сейчас встречать наркомана мне явно не нужно. Так. Что-то где-то открывает. Я точно думаю, что... Где-то здесь нужно на время наркомана убить. Пока что меня это не интересует. Возможно, потом. Возможно, впоследствии. Ну как в казино зайти-то? Да вот же он! Вот же кольца! Я увидел, кольца появились. Забавно. То есть дальше можно было пройти только с моим лайтдэшем, да? Только с лайтдэшем можно было пройти и открыть казино. Великолепно. Забавно. Только с лайтдэшем. Только. То есть этот апгрейд был необходим. Вот оно чего. Казино. Казинополис. Экшн. Да будь изумруд хаоса. Воу. Видно, не просто здесь будет. Значит, обменивай свои кольца. 400 колец. Это награда. Ну, видимо, мне нужно... Добыть 400 колец. Погнали по уровню. Достаю 400 колец, видимо, из разных уровней. И... Так. Ага. Давай, я люблю пинбол, да? По вечерам так погонять. Супер, да? У меня уже 4 кольца, между прочим.
А вы что думали? 4 кольца. Это тебе не шутки. Ну и что, да, 8 колец? Отлично. И сколько я здесь играть должен таким образом? Что я сделал? Что я сделал? Почему у меня так много колец? Не понял. Я что-то куда-то читарнул, что ли? Либо я юзанул. А, нет, там вон эти карты набиваются. Вон, я вижу, карты набиваются. Их можно впоследствии использовать. Вон у меня карты справа, да? Туда я... Они автоматически используются или нет? Или мне обязательно куда-то нужно было нажать? Не совсем понял, что произошло, когда у меня стало добываться больше колец. Возможно, автоматом, возможно, нет. Да нет, я нажимаю вообще все кнопки. 4 кнопки и стик. Что-то куда-то я, в общем, нажал, и оно использовалось. Ага. Ага, ага. Что-то изменилось, да? Что-то у нас игра перешла на... О, нет, 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 нет. Я покидаю так уровень. Покидаю, к сожалению, пинбол. И отправляюсь куда-то в страну каких-то лилипутов волшебных. Это что, босс, что ли, какой-то? Похоже на то. Здесь я только сейчас обратил внимание. Мы рандомно, на самом деле, нас поместило в иное измерение. То есть мы проходим сквозь некие порталы. Для чего? Для того, чтобы продолжить игру. Я не знаю, что это за психоделия была сейчас. Может, кто-то объяснит, пояснит из знаете, истинных-то фанатов. Может, из истинных фанатов кто-то пояснит. Я вижу, это наблюдатель, или что это такое там за робот, летающий с часами. То есть я-то могу трусить, как бы этот аппарат, могу не трусить. Мне это не очень-то, наверное, выгодно. Мне выгодно, а вот казино нет. Соответственно, давай потрусим. Не знаю, как это использовать. Оп! Опять не пойму, что было за... О, нет, 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 Соник не укатился. Так, Соник, спокойно. Возможно, сейчас опять придется... О, нет, 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 опять в мир порталов отправляюсь со своими 200 кольцами. Что ж, как нужно упороться, чтобы вообще было создать это подобие? Мы опять невесть куда отправляемся. Где мой изумруд? Где мой Я тут опять ни на что не влияю. Количество мечей написано 1. А может быть, мне уже можно покинуть игру? 200 колец мне вообще... Рестарт? Нет, 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 нет. Рестарта мне не нужно. Мне было лучше понять надо... О, нет. Все, я... Последний мяч. Последний мяч... У меня 200 колец из 400 необходимых, но это только первый заход в казино. Может, именно отсюда нужно было вытащить 4 сотни? Так в таком случае я, получается, проиграл. Не так ли? Оп! Шарик мой никак не укатится. На самом деле, не шарик ни разу, а Соник. Идеально, идеально, наверное. Я-то без понятия, на самом деле. Теперь что? Теперь у меня ближе к 300 кольцам. Отлично. Ну, я побеждаю. Кажется, я сейчас побеждаю. Просто великолепно. Потихонечку, помаленечку. Скоро я получу свою невероятную награду. Изотоп! Который я ни в коем случае не дам доктору Эггману. Ну, что-то кольца все никак не идут, да? Никак там, по одному... Так, медленно. О, 300. О, хорошо. Ой-ой-ой, он прям по центру прошел. На самом деле, это последний мой был шар. И куда же я попадаю? 300 колец, 300. Отлично. Отлично, я тут бардак устраиваю. На самом деле, круша автоматы. Ну да, нормально, нормально, только... Знаешь что, Соник? Может, сначала нужно было... А, нет. Нет-нет-нет, изначально подзарядиться нельзя. Но мне еще нужно сколько-то колец взять.
Мне же еще нужно 75 колец вытащить. Это что? Shower room, you can wash yourself. Зачем мне мыть себя? Это какое-то извращение. Я лучше еще немножко колец достану. Ай, они исчезают, они исчезли. Они исчезли. Да все потому, что камера не то чтобы сильно мне помогает здесь побеждать и награды получать. 333 кольца, отлично. И Тейлз тоже не особо активен в попытках помочь мне, Сонику. Это что, карточные игры? Не, карточные игры, к сожалению, мимо меня, я совсем никакой в них. Тут можно рубануть что-нибудь? Нет, кажется, тут игровые автоматы не поддаются ни разу. Я так и не понял, куда нажать, чтобы мои кольца можно было здесь оставить, и никуда они не делись. То есть любой противник же, в конце концов, может меня истребить. То есть, прикиньте, потерять 300 колец от одного тычка, наверное, было бы, ну, очень не очень. Оп, оп, оп. Еще кольца, это хорошо. И долго мне позволят таким заниматься? На самом деле не уверен. То есть один раз на каждый автомат и все. Дальше это работать не будет. Ой, как мало. Как мало наград. Давай еще раз пойду в пинбол. С какой целью? Да с целью получить свои дурацкие звезды. Почему дурацкие? Да потому что обстановка какая-то сразу. Ну все, я уже расстроен. Уже ничего не изменить. Да это всего лишь один маленький баг. Че я так переживаю? Как будто я такого ранее не видел, а? Было же похуже кое-что. Да, но не в таких играх, где икона, черт возьми, и забота должна была быть максимальной. Мне эта установка с пинболом нравится меньше. Абсолютно точно нравится меньше. Все, один Соник ушел. Это специальный автомат для того, чтобы я, короче, проигрывал. Вон он автоматом улетает от меня куда подальше. И у меня 400 колец есть. Все, в принципе, 400 колец, дополнительные жизни, это очень все здорово и пуканисто, но мне нужно куда-то выбраться. Смотри, сквозь порталы проходит Соник, и куда же он попадет в конце концов? Да нет, игра продолжается, но может мне ее закончить надо, то есть больше туда-сюда лопастями не работать, то есть по сути ничего не делать. Давай, Соник, падай, у меня есть 400 колец. Теперь мне их нужно принести в конце-то концов. Ох, как же меня это бесит. Какой переключатель? О каком переключателе они говорят? Пидоры. Удивительное дело, но для того, чтобы положить кольца на депозит, нужно было пройти вперед и нажать на кнопку, где из меня впоследствии вообще все гребаные кольца вытрясут. Из них сложится гора из колец, и я смогу схватить этот гребаный изумруд. Вот такие вот штуки. Прикиньте, какая тема. Уровень С пройден. Более того, так оказалось, что я в акшеновом уровне даже не побывал. Вот как это? Я получил следующий изумруд в акшеновом уровне, даже не побывав. Но что это значит? Это значит, что нужно наверстать упущенное и прямо на видосик пройти уровень Б, который, как я уже сказал ранее, бессмысленный, так как нет Metal Sonic'а. Нет Metal Sonic'а, нет смысла все жетоны собирать, твою мать! Но все равно хотелось бы или не хотелось бы. Ух ты, изумруд упал. О нет, изумруд хаоса. Нет, ты не получишь. На тебе пердешь в лицо, гейзерный. А-за-за-за-за-за. Эгмен, ублюдок. Наши пацаны опять лошары, да?
И так, видимо, будет с каждым из... Вот же лошу, ну петухи какие, да что с ними не так? Они каждый свой изумруд, что ли, будут ронять прямо, отдавать для Эггмана, находить его и кидать прямо ему «На!» Ты же все равно у нас его отберешь, вы такие лошары. Да что ж с нами происходит, Соник? Почему мы такие очень умственно отсталые? Да я не знаю, родились такими. Полагаю, Эггман схватил его. Это вообще очень хреново, да? Погнали, Соник. Нам нужно спешить остальные изумруды достать, чтобы Эггман, собственно, меньше ждал. А все их у нас отобрал и сделал своего... хаосного монстра, максимальной эволюции, максимально крутым, чтобы мы с ним сразились. Поймал Багги. Очень долго пытался... Да ты чё, издеваешься? Короче, поймал Багги. Очень долго пытался взять эти вонючие улучшения. Далее... Наигрался в пинбол и экшеновый уровень пропустил. Вы видите? То есть есть уровни А, Б, С. Вот C уровень у меня пройден, несмотря на то, что вся экшеновость заключалась в пинболе. Сейчас у меня задача добыть 50 колец и разрушить капсулу. Может, на, хоть на данный момент я увижу, собственно, экшеновость. Но мое сейчас подбирать кольца нет особого смысла. Мне нужно опять, как вы понимаете, нужно идти опять в пинбол. Либо в пинбол, либо еще куда-нибудь. Наверное, мне нужно прийти вот сюда. Точно. У меня есть предположение. Ой, нет. Ой, нет. Я свалился. Но можно подобраться. Принесу сейчас 8 колец. Или не нужно сюда идти. Или нужно. Оп, 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 оп. А, ну да, я вон вижу капсулу. Я увидел капсулу. Для ее нажатия нужно принести 50 колец. Только, наверное, нифига не 50 на самом деле. Я хочу экшеновый. Я посмотрел видосик. Там парни идут, играют в пинбол. И через пинбол отправляются в грёбаный... Хотя нет, это... Это, наверное, была Director's Cut версия. Может быть, в основной версии такого уровня-то вообще нет. И это было бы весьма, весьма обидно. Что у нас здесь? Карты и пинбол. Ну, в карты я сразу понимаете, кто у нас дурак будет. Изначально. Опять этот пинбол. Я, наверное, сейчас буду просирать, то есть, йоу. А может быть, для того, чтобы экшеновый уровень был, нужно наоборот не просирать, а становиться классным парнишкой. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Сразу потерян мяч. Так, аналогом, значит, трясти вправо-влево этот самый стол. В зависимости от того, куда ты трясешь, у тебя положение твоего Соника меняется. Потом ты берешь эти карты. Как их использовать, без понятия. Возможно, они сами используются, возможно, я это придумал. Никто никого никуда не использует. Очередной шар потерян. Экшенового уровня, видимо, я не увижу. Здесь. В обычной Sonic Adventure не Director's Cut. Нужно убедиться. Как там быть? Смотрю, еще 3 кольца осталось. Ну как 3? Все, остальные кольца можно получить из уровня. Там они, в общем-то, лежат. Да вот они, 52, пожалуйста. 52. Опаньки! Вот он, экшеновый уровень. Нет. Все-таки вот он, экшеновый уровень. Видимо, я когда-то какое-то супер малое количество крутоты набрал. Ты все-таки отправляешься сосать. Вот мы этим сейчас с вами и займемся. Удивительным делом. Что такое, Соник? Что такое? Ты какой-то офигенно медленный. Так. Здесь воздушные порывы заставляют меня подумать о хорошем. Я лечу вперед, я лечу туда и прыгаю сюда. Побежали мы очень быстро. Оп, 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 оп. Это что, это временный, да это же временная неуязвимость. Правильно, поэтому мне сейчас ничего абсолютно не страшно. Но проверять я этого, конечно же, не буду. Что-то не хочется.
Я увидел лесенку, по которой могу вскарабкаться. Стоял на месте почему-то какое-то время. Почему Наклз спускался по ней? Очень странно. А поднялся я в душе. О, вот оно, кстати. Вот оно, кстати. Дыра в этот самый экшеновый уровень. Ну, поднялся, есть какое-то количество колец. Это был очень, на самом деле, странный видосик. Мега невнятно игра себя повела сейчас. Ну и я, соответственным образом, отреагировал. На какой-то момент прямо-таки подрастроился. 50 колец же хватит, правда? Давай, вытряси автомат, вытряси у меня все кольца. Все... Ах ты, сука. Ах ты, сука такая. Чтобы пройти этот экшеновый уровень, нужно не 50, а 450 колец. Вот это ублюдина. Вы вообще понимаете, что игра от меня сейчас требует? Ну да, это нужно после того, как из меня вытрясут 400 колец, после этого пойти и собрать еще. А это значит, что весь пинбол, качественный пинбол, только впереди. Ну отлично, ну отлично. То есть из меня вытрясли 70 колец. Давай, еще приноси 330, а потом ты пойдешь еще 50 собирать. То есть экшеновый уровень, возможно, придется перепроходить еще пару раз. Но я этого не потерплю. Я этого не потерплю. Блин, как-то это прямо все непросто. Да, вот оно, дополнительное влияние. И знаете что? Мне не хочется его проходить. Потому что эти эмблемы абсолютно ни на что не повлияют. Я этот уровень сейчас не хочу проходить. Какое-то отрицание пошло у меня к этой версии игры. Прям какой-то дисреспект. Прям тотальнейший дисреспект сваливается. Да пидорство какое-то происходит, йоу. Может быть, дальше все будет лучше. Но выяснять это... Видимо, будем в следующий раз. Лучше оно там или нет. А пока что пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!